Партнер проекта ЛЗРМ, производитель рапсового масла Унше. Да. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Да» с Ксенией Шамовой. Каждую неделю я знакомлю вас с книгами, и в этот раз мы решили взять направление на здоровый образ жизни и выстраивание правильного отношения с едой. Что бы вы ни транслировали своему ребенку, он будет покупать то же, что и вы, и идти по тем же отделам супермаркета, по которым вы идете и с наслаждением отправляете товар в тележку. Я очень хорошо это увидела на примере моей дочери и улыбнулась, когда в магазине она стала совершать самостоятельный путь по отделам, который я выстраивала, пока она была маленькой. Книга профессора генетической эпидемиологии, руководителя проекта по исследованию микробиома человека, Спектора Тима «Обязательный завтрак, вредный кофе и опасный фастфуд». Почему почти все, что нам рассказывали о еде, неправда? Издательство «Манованов и Фербер», рекомендованный возраст 16+. Из этой книги нужно извлечь несколько полезных уроков. Во-первых, нужно более придирчиво относиться к информации о питании, к которой мы верим с помощью блогеров, знаменитостей, огромных корпораций и надписей на упаковке напитков и еды. Во-вторых, не впадать в пищевую рутину. Разнообразьте и экспериментируйте. Станьте смелее в своих привычках. В-третьих, автор рекомендует освоить диетологию, чтобы научиться думать самостоятельно. На странице 252 автор рекомендует вести пищевой дневник или пользоваться приложением для регистрации съеденного. Спектр Тим заменил растворимую овсянку обычными хлопьями, а белый хлеб – ржаным хлебом на закваске. А увидев красочную книгу «Настоящая корейская кухня. Аутентичное домашнее блюдо», рекомендованный возраст 16+, автора с никнеймом «Манг Чи» в переводе с корейского «Молоток» – подходящее имя для крутой девчонки. Мне захотелось полученное знание применить на практике и за основу взять рис. Ведь забота о здоровье в национальной кухне стоит на первом месте, поскольку в корейской медицине правильная пища считается одним из методов лечения. Каждый прием пищи – это возможность поддержать и улучшить здоровье. Выбор блюд, как правило, зависит от диеты и потребностей человека. Но вы скоро увидите и сами. Заглядывайте ко мне в соцсети. Сегодня мы познакомились с книгами Спектора Тима «Обязательный завтрак, вредный кофе и опасный фастфуд» и «Манг Чи. Настоящая корейская кухня». Одно из правил питания, которое мы нашли в книгах – просвещайтесь сами и просвещайте следующее поколение, внушая ему, как важно потреблять настоящую еду. Нам необходимо учить своих детей отличать настоящую пищу от поддельной, так же старательно, как мы учим их ходить, читать и писать. С вами была Ксения Шамова и программа «Да». Помогает нам приносить пользу в каждый день жизни наш партнер – торговая марка «Унше». Да.